В Волгограде 31 мая на площади павших борцов прошла антитабачная акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака. Основной целью этой акции является борьба с курением, а именно медицинское обследование людей, страдающих этой пагубной привычкой, и стимулирование их на отказ от курения. Если вы покурили, в течение часа давление лучше не будет, потому что показатели сразу резко меняются. А так бы, я больше чем уверена, давление было бы у вас в норме. Поэтому берите свою пачку и бегом меняйте ее на гематоген. Результаты показали, конечно, есть сбои в организме, поэтому, скорее всего, я, наверное, брошу курить. Ну, надеюсь так, что сила воли позволит мне это сделать. В этот день все желающие могли измерить артериальное давление, бесплатно пройти медицинское обследование в кабинетах стоматологии и кардиологии, сделать флюорографию и по результатам обследования получить консультацию у врачей-специалистов. А в заключении обменять пачку сигарет на полезный гематоген. Курение в России является одной из самых вредных привычек, и бороться с ней необходимо на различных уровнях. Напоминаем, что уже с завтрашнего дня вступает в силу федеральный закон, ограничивающий курильщиков, и будем надеяться, что в совокупности с такими акциями результат не заставит себя долго ждать, и зависимых от сигареты людей в России станет меньше. Татьяна Левашова, Денис Орлов, Волгоградское деловое телевидение.